мои дорогие Дианочки, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня, как всегда, хочу приготовить что-то вкусненькое и решила, конечно же, поделиться с вами. Чтобы долго не говорить, не рассказывать, давайте сразу перейдем и начнем выпекать. Сегодня у нас по распорядку дня выпечка, да не простая, а волшебная. Готовим маффины. Итак, теперь переходим к тесту. Для этого нам понадобится 12 вот таких формочек. Формочки у меня уже готовые, смазанные. Но это уже, скажем, смазка магазинная. Их не нужно маслом больше смазывать, ничего этого не нужно. Вот такие вот формочки на 5 сантиметров. Прелесть, я их обожаю. Покупала я их у нас в магазине ДМ, если кому-то интересно. Итак, тесто состоит у нас из двух частей. Из штрейзеля, самого теста и, конечно же, сливы. Сливу я уже вот так вот грубо нарезала. Здесь ровно 300 грамм. Для теста нам понадобится 150 граммов муки пшеничной. У меня тип 405. 1 чайная ложка разрыхлителя. 2 яйца. 125 граммов сахара и 125 граммов размягченного сливочного масла, желательно комнатной температуры. Далее нам понадобится для штрейзеля, это штрейзель, 100 грамм муки, 80 грамм масла и 70 грамм сахара. Сахар можно добавить, конечно, чуть больше. Также 1 пачка ванилина, то есть ванильного сахара, и к тесту тоже я буду добавлять ванильный сахар. 1 пачка. Здесь у нас где-то, сейчас я вам скажу точно, 8 граммов, да, ванильного сахара. Все. Ну, а теперь в первую очередь я сделаю штрейзельную насыпку, штрейзель, а потом уже перейду к тесту. Сахар, ванильный сахар, масло. И, конечно же, мука. Крошка готова. Отправляем ее в холодильник до тех пор, пока мы будем готовить тесто. Теперь переходим к тесту. Вливаем яйца. Добавляем сахар. Ванильный сахар. Взбиваем до пышной массы. Добавляем сливочное масло. Добавляем муку всю. И 1 чайную ложку разрыхлителя. И снова хорошенько взбиваю. Вот так прекрасно выглядит тесто. Прям такое очень нежное, такое маслянистое, бесподобное. Ну а теперь отправляем сюда нарезанную сливу. Хорошенько все это перемешиваем. Это будет сказка. И это будет просто прелесть. Обожаю такие фруктовые маффины. Это самое, что ни на есть, вкусное и полезное. Готовое тесто. Теперь будем раскладывать по чашечкам. И уже сверху обсыпаем штрейзелем. Подготавливаем чашку воды и порционную ложку для мороженого. Ну и поехали. Будем накладывать постольку поскольку. В
Тесто готово. Вот такая прелесть получается. Посмотрите, нежнейшее, нежнейшее тесто. Прям как крем. Ну, а теперь переходим к этому бесподобному штрейзелю. Сейчас я его немножко рукой разомну. И начнем. Берете в руки, делаете вот такую колбаску, а потом дробите ее уже внутри. Вот такая прелесть получается. Ну а теперь можно, если еще кто-то хочет, парочку орешков сюда подбросить. Это, в принципе, не обязательно, но это по желанию, если кто-то хочет. Ну, посмотрите, какая красота. Просто прелесть. Я еще добавлю немножко такого тертого миндаля. Это абсолютно не обязательно, но я хочу. Выпекаем при температуре 180 градусов. Где-то 30-35 минут. Но вы ориентируйтесь по вашей духовке. Открывай, они уже готовы. Ох, вы же мои красавчики. Какая красота. Ох, какая. Прямо тортики, тортики. Тортики. Хорошие тортики. Да. Каждый взял по одному и съел. Жарко. Представляешь, мне горячий все время трогать. Ну я же не могу, Шат, я не могу и трогать, и снимать. Когда тебе надо снимать. Не муж, а кусок золота. В общем, при жизни надо ценить, что отсекать. Можно подумать, я не ценю. Я же ценю. Ой, ничего-то не получается мне, мать. Ты рукой вот так, дым-дым-дым-дым-дым. Вот так, да? Теперь знаешь, да, как это работает? Я знаю, Вася. Вась. Ой, клин. Подвиньте. Еще, может, чуть-чуть? Да, не жалей, побольше можешь. Жалко нет. Как говорили раньше. Наши. Сахаром кашу не испортишь? Я-я. Вот такая красота. О, и прозвенел уже звонок. Звонок прозвенел. Ждет, сидит бедный мой муж. Гляньте. И часа. Уже все остыло. Остыло. Вот чем мне нравятся эти чашечки, что там можно прямо вот так вот доставать и кушать. Смотрите, пробуй. Прелесть, да? Пробуй, Диан. И потом мне покажешь, как там внутри. Покажи мне. Покажи мне, покажи. Ой. Ох, какая прелесть. Упала. Шикарный. О, какой. А внутри там что? Чашки. В чашке, чашечки. Видно хоть? Да, да, бесподобное тесто. Видно. Такое прям воздушно-ворсистое. Или даже не знаю, как сказать. Не говори ничего, кстати. Не говори. А ты сейчас все скажешь, да, мне тоже, дай мне тоже. Точно, точно. Никому не скажем. Нет. С чаем.
Он что, теплый или уже остыл? Нормально. Нормально? Ну, не теплый, но ну, не холодный. Шикардосный. Угу. Ну, я рада. Угу. А завтра Михалыч как будет балдеть от этого тоже. Я думаю, да, знаешь, Шатик, с чем это можно кушать? С мороженым, а? Ванильным. Точно. Это будет сказка. Точно, блин. Ванильный, мороженый, а так растечется по этой сливке. У нас нету, да? Завтра куплю если тебе, Шатик. Ванильное мороженое куплю. Мы завтра будем делать сосиски жарить, и там все красиво приготовь туда-сюда. Красиво поджарю, да? Да. Нет, ну надо красиво сделать, чтобы Джаночкам тоже показать. Джаночки же хотят тоже сосиски пожарить с нами. Ну да. Ну. Обязательно. Сделай. Что за проблема? Вот. Я завтра булочки испеку. Было бы что жарить. Это точно. Огонь найдем. Точно. Пойду завтра куплю, так и быть. То, что жарить будем. Ну-ка еще раз покажи. Ой, какое тесто, да? Бесподобное. Сливки? Сливы, да, это снизу? Сливки. Слива. Слива. Короче, на завтра будет свой личный Шützенфест. Да, мы себе устроим сами праздник. Да. Может, шефу позвонить? Зачем, чтобы дал тебе... Сказать, я же последний год ты не дал мне на пиво. За 10 евро ты купишь ящик пива и будешь пить. Нет, там все равно вкуснее. Да? Ну, пойдем следующую неделю Михалыча возьмем это... и заплатим за него тоже, Диан. Не знаю, там совсем другой кайф, вот это литровый, да? Я не знаю, я никогда в жизни не пила, бутылки, я не могу сказать. Да, бутылки, не знаю, мне не нравятся бутылки. Бутылочное пиво тебе не нравится? А там это, они специально они варят для этого. Да, для шицефеста. Там совсем другой кайф. Ну, тогда пойдем, next week, попьем там пиво. Там другой кайф, Шатик. Yeah. Может, из-за того, что еще там это народа полно, все сосают. Пивасят. Сейчас там, сегодня там полно народ будет, и завтра будет полно, переполно. Там вообще не проедешь. Да, не хочу сейчас. Ни сегодня, ни завтра. На следующей неделе. К концу уже, следующую субботу можно туда пойти, уже более спокойно будет. Не будет спокойно. Перед закрытием. Не будет. Все 10 дней будет нон-стоп. Я только что хотел проехать. Угу. Вообще не смог. Стоял полчаса, не мог выехать. Потом развернулся и уехал. Правильно сделал. Классно, да, с этой чашки кушать? Угу. Бесподобно, скажи. Очень удобно. Угу. Тортик, да? Любой тортик можно туда, я имею в виду, ну, любой бисквит туда сделать. И, пожалуйста, кушай бисквит. Они многоразовые, наверное, да? Ну, если ты их помоешь. Машинку засуну. О, да, 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 машинку засуну. Что там наши зайчата делают? Я их сегодня немножко там окультурил. Вас сено кинул, смотри, что делает. Теперь катает по всему. А этот за лесой кушает там, а тут нет. Угу. Я же там внутри у них почистил. Да ты че? Все вычистил. Когда, сегодня? Да, вот вечером. Они, молодец. Они зашли так, проверку делают. Бегом, фига себе, еще проверку. Еще проверяют. Ну что, мать? Пойдем спать? Что, отец? Нет, нам же еще дочу забирать. Ну да. Мы два тунеядца сидим, а дочь работает. Интересно, во сколько она позвонит? Мне тоже, я прям переживаю, как она выдержит это все.
куда денется? Научится. Молодая, не говори. Фу, быстро хватает. Она мне сказала, мама, я, знаешь, я так люблю вечером работать. Мне так нравится больше, чем днем. Ну, я тоже раньше, когда молодая была, с удовольствием вечером ходила на работу. Боже мой, сколько я работала, как вспомню. С одной работы приходила, на другую ходила. Помнишь ты? Машину купили, потом надо было мебель купить, потом надо было еще что-то купить. Все прошло. Да, прошло, но все равно, знаешь. Теперь. Где вся эта мебель? Где эти машины? Ой-ой-ой. Да уж. И так у всех, наверное, было здесь. Кто начинал в 90-х. И шачили, как лошади. Уже тогда и работа была более-менее. А что за работа была более-менее? Ну, как будто, как будто мы приехали и нам дали место этого бургомистра. Ты такой говоришь? Что за работа была более-менее? Вот объясни мне. Особенно ты. Ты, наверное, сидел секретарем у мэра города? Райком партии немецкого базу. Такое говоришь, сейчас люди подумают, а у них там крутая работа была. Да. Ты забыл, как ты ишачил? Джан, тебя умоляю. Ты что, забыл, как ты там работал, ну, потом да, по выходным где? Подрабатывал? Где работа какая-то нормальная была. Недолго не церемонились, сразу бежали. Бегом, в припрыжку. Еще и радовались, еще 100 раз спасибо говорили. А сейчас носы воротят некоторые. Ну да, не будем пальцем показывать на окружающую среду. Да уж, не будем ничего. Не показывать, не говорить. Оно нам надо, Диан. Так и живем, девочки, мальчики. Живем, хлеб жуем, тортик кушаем.